Groovy. Всем хай, с вами Юджин. Почему у меня такое выражение лица? Да потому что я задумал сегодня нечто хитрое, нечто коварное. Я буду воровать, что я вор. Я вор! Самый настоящий. Мы играем с вами в Thief Simulator. Продолжаем играть. И продолжаем играть только потому, что вам понравилось, вам зашло. Вы сказали, играй дальше, будь вором. Поэтому, знаете, если меня поймают, я буду валить все на вас. И скажу, что... Вот кто тебя, Жень, спросит меня, по такому научил? Я скажу, вот они, вот они сидят. Подписчики там все. Всех арестуйте. Арестуйте всех, я против всех дам показания, всех заложу. И пойду свободный. А Винни вот тут как тут. Ждала меня несколько недель. Ну, давай, отвечаю. Ломбард считает, что их другу на Гринвью 101 не помешало бы новое окно. Но вот сам друг так не думает. Докажи, что новое окно дело нужное. Я помню, что нужно делать. Сюжет таков. Разбейте окно в 112-м, затем спрячьтесь или убегите. Интересно, вот мой персонаж так выглядит, как вот здесь показано? Тогда неудивительно, что я все время вызываю подозрения. Пойдемте покажем, что новое окно — это важно. Ни хрена себе! Погодите, ведь это чертовски интересно. Чертовски интересно оказаться в чем-нибудь дворе. Разгончик! Yes! Я смог! Я припарковался в чужом дворе. Я просто самый настоящий грабитель, самый скиллованный, потому что незаметно пробираюсь в чужой двор на машине. Продолжаем грабить людей. Вот, мы теперь сможем отсюда убежать, если что. Так, сейчас мы тут отмычнем. Все, я уснул. Это очень весело. Въезжать таким образом на чужие дворы. Нам нужно разогнаться. Да сделать нечто невообразимое. Забавно, да, что я проник в тот дом, а полиция где-то там. Нам надо как следует разогнаться. Я встрял. Такого даже не может быть. Смотрите, как я тупо встал. Посмотрите, каким интересным образом я научился проникать в чужие дома. Настолько я креативный вор. Людское отродье есть здесь, которое я хочу ограбить очень сильно. Смотрите, вон там палец с этим знаком своим. Здравствуйте! Не желаете ли поговорить о нашем спасителе Иисусе Христе? Я как смог нашелся, чтобы не выдавать себя. Я хочу украсть ваше неверие в Бога, а взамен дать вам веру. Почему вы паникуете с таким звуком, как будто бы сирена играет? Опрокинем барбекюшницу. Где деньги? Посмотрите, они закрыли полностью. Фига, это они как Рик. Знаете, в Рик и Морти такая была серия, где он... Ну, вы знаете, короче, не хочу рад пересказывать. А если вы не знаете, то вы не смотрели. А если вы не смотрели, то помилуй Господь вашу душу. Женщина ушла! О, полицейский бежит! Я могу сразу... О, нет! Неужели чекпоинт здесь? Надо подтолкнуть машину. Я вижу, что она чуть-чуть двигается. Посмотрите, видите? Легкий ветерок. Он слегка сдувает ее. Давай, я помогу. Скатывайся. Ну, вот, давай. Смотрите, раскачалась. У вас при себе воровской инструмент. Разве? А вот это? Мне кажется, рука это воровской инструмент, а лом это просто предмет. Его можно использовать, мистер. Возможно, потому что ты сам вор. Поэтому для тебя это воровской инструмент, а? Рыбак рыбака видит издалека. Женщина, вы не могли бы подойти сюда и подтолкнуть? Вы стоите так неприятно, как будто, блин, вы призрак какой-то. В этом доме что, призраки? Она подозревает что-то, как будто она наступила в какашку. И это вызывает у нее очень большие подозрения. Смотрите, она... Она упала в обморок! А, нет. Она пошла... Что ты там пыталась закопать, а? Что ты пыталась... Нет! Открой мне дверь! Черт, я на тебя отмычки сливаю. Скорей! Бегом! Машина! Вот, давай, сейчас ты мне очень нужна! А, я понял. Мы будем хлопать дверьми, и она потихонечку скатится. Давай, хлопай. Да! Не переходи дорогу, когда я еду. Во! Мы пробрались как раз на парти барбекю. Знаете, что хорошо? На данный момент решетка не опущена. Значит, пришло время ломать. Блин! И тут, как тут агенты. Агенты повсюду. Давай, машина, скатывайся. Хорошо. Можно? Пока еще нет, машина еще не готова. Вы не подумайте, это инерционная машинка. Я набираю статическое электричество, чтобы энергия зарядила аккумулятор. Да, это с помощью двери происходит, вот так. Заодно и проветриваю. Если вы случайно не сдержался, выходишь и вот так вот делаешь, чтобы вернуть прежнюю свежесть в салоне. Если одна дверь не работает, попробуйте вторую, которая не открывается. Мне заклинило. Тогда багажник. Вот.
Вот отстой. Ты можешь, я знаю. Твои колеса почти касаются земли. Представь, что ты на сверхпроводниках. Где твое воображение, глупая машина? Вот это не вызывает у людей подозрений, да? Стоит мне присесть на корточки, может быть, у меня живот скрутило, например. И вы сразу подозреваете. А вот когда я стою здесь, как хрен знает что, кто это? Явно нехороший человек. Явно очень странный. Мужчина, помогите, боже ж мой. Давай, закрывайся, открывайся. Во, кажется. Кажется. Видали? Видали, она развернулась. Вот! Все, по сюжету пошли. Срочная доставка разбитых стекол. Кому разбитые стекла? Кто заказывал? По адресу указано, что вы заказывали разбитые стекла. Взломайте обычный тренировочный замок. Это следующий сюжет. Воу! Нет! Виляем! Не дамся живым! Свинья! Я дался живым! Что меня выдало? Неужели ломик в руках? Он казался тебе подозрительным, да? Панкс! Валим! Стали поперек, это очень подозрительно. Черт, еду прямо в сторону ментов! Быстро, переулок! Музыка погони должна быть! Здесь надо будет очень драйвово, динамично. Есть! Есть! Я смог! Выжил! Я вдруг внезапно решил заехать домой, потому что мне нужно потренироваться на замке. Но я умею вообще-то это делать. Зачем? Тренировочный замок. Нужна отмычка уровень 2. Получение нового уровня. Как раз-таки отмычка уровень 2. Приобрести. Не могу. Смотрите, новое появилось Уотсоны. Что мы знаем о Уотсонах? Ничего. Взломайте обычный тренировочный замок. У меня нет отмычки. И где я ее вам высру, друзья мои? У меня же ее нету. Ведь у меня простая отмычка. Нужна, я так понимаю, обычная. Что здесь есть? Простая отмычка. Это мой инвентарь. Ладно, мы бы сейчас попробуем просто повзламывать, и нам дадут навыки. Навыки. Давай, взломаем. А, отмычки здесь не тратятся. Окей, хорошо. Взломал. Возможно, он хочет, чтобы я купил. Да. Теперь мне дали. Не понимаю, почему мне тогда не было возможности купить. Эта игра очень сложная. О, какой странный замок. Вам нужно зажать штифт тогда, когда он будет внизу. Вот так, хоп, зажать. Штифт зажат. Шмяк, черт. Зажать. Хорошенько надо ударить. Не зажал. Зажал. Да чтоб тебя. Давай. А, я молодец какой. Ах, повернул. Так, Винни звонит. Ты откуда ты знаешь, что я Винни? Где ты прячешься? Если он не сломан, поправь это ломом. Тут поговаривают, что унитаз на Гринвью 113 не сломан. Это плохо. Я не приемлю несломанные вещи. Надо машину, кстати, отремонтировать свою. Давайте еще пару отмычек. Опси-допси. Будем ломать. Я не хочу идти ночью. Я хочу пойти утром. Встать с утра пораньше. Ах, и пойти грабить людей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А! Мать! Погодите, мне нужно на 113 участке. Отмычки, у нас обучение. Использовать отмычки, чтобы взломать. Я не хочу это читать. Вы что думаете, если бы я умел читать, я бы был преступником? Был бы этим сраным жалким воришкой? Нет. Я бы был бизнесменом. Программистом, скорее всего. Здравствуйте. Во. Винни, знаешь что? Я, конечно, люблю грабить людей, но я не готов ходить в дома с призраками. Кто бы это мог быть? Чей это был призрак? Призрак мужа. А чего мужа? Моего мужа. Ладно. Нам нужно просто сломать туалет. Что это за задание? Что за задание? Ломать туалет. Винни, ты идиот, ты, у тебя странный фетиш. Так, идет женщина. Она подозревать меня будет сейчас. Идет еще вон человек. Так, надо вести себя максимально неподозрительно. Женщина, езжайте. Она не может ехать. Сейчас я отъеду. О, ты знаешь, сколько ремонта теперь мне придется оплатить? Поступил вызов полиции. Спрячьтесь. Скорее. Вон, он едет. Свалим все на черного чувака. Отлично. А раз такие дела, нам придется подождать какое-то время. Почему бы нам не навестить наших давних друзей? Да. Сейчас мы это сделаем. Нормально. Сейчас разгонимся. Можем. Ипа! И я дома, дорогая. Я пришел. Они нас сверху увидели. Вы не думаете, что я отсюда не убегу? Я машину не просто так здесь припарковал. Ладно, я дал себя поймать, потому что я устал донимать этих людей. Они ничего мне плохого не сделали. Но ничего личного. Работа есть работа. Я сломаю твой туалет. Итак, использовать отмычку. Как? Нужна автоотмычка. Я что-то не понимаю. Купите подсказки, чтобы упростить задачу. Я не понимаю, где мне взять чертову автоотмычку? Неужели домой ехать снова? Нам разве была доступна автоотмычка? Нет, автоотмычку мы купить не можем.
Соответственно, нам нужно, получается, ломать. Учитывая то, сколько раз мне приходится ездить туда-обратно, туда-дома, до сюда, до этого города, я подозреваю, что я уже в убыток себе работаю. Бензин-то дорожает. Надо воровать бензин. Вот это хорошая мысль. Вот это я полон умных идей на ремонт 2. Черт, убытки, сплошные убытки. Припаркуемся так, как будто бы мы здесь живем. Примерно вот так. О, у нас есть доступ на крышу. Ай, замечательно. Я как Санта-Клаус. А, здесь нет дымохода. Куда же мне подарки сваливать? Прикольчик, я могу так и к соседям пробраться. Незаконное проникновение. Меня заметили? А теперь нет. Как полицейские меня здесь достанут? Мне даже интересно. Все, меня больше не заметили. Я Карлсон, который живет на крыше. Может быть, Карлсон это просто вор? Туалет вот он, прям за стенкой. Чувствовала, как он рядом, по запаху. Кто же мне там все палит? Эй, женщина, не надо, не говорите про меня. Вы меня не видели. Она прям идет, смотрит на меня и по телефону говорит. Я беда. Одни стукачи в этом городе. Черт, полиция. Как же мне спрятаться? Да ладно, откуда? Откуда меня арестовали? Через крышу, да? Через крышу вы угораете, что ли? Ну, конечно, не знаю, не знаю. Все это очень обидно. Скорей, скорее забраться в окно. Денюжки, денюжки искать. А, хорошо. Ломать сортир. Ха-ха-ха-ха. Нужно выйти и найти помойку ближайшую. Убегай, Евгений. Беги так, как будто бы от этого зависит твоя жизнь. Потому что так и есть. Я не подозрительный, это просто лом. Кстати, он даже не заподозрил меня, ему пофигу. Быстрее, помоечку давай. Помоечка, помоечка, помоечка. Все. Ух. Зачем ты влазишь? Вы видели это говно? Они меня просто из-под земли могут достать. Здесь полицейские очень опасны. О! О! Вы хотите сказать, что я подозрительный, да? Я подозрительный! Па! Да что происходит с этим гребаным городом? Воздух подозревает меня! Да блин! Ты арестуй лучше их! Что происходит в этой сраной игре? Я не понимаю. Сейчас я обернусь, и сзади будет еще какой-нибудь урод. Кто вы такие? Что вам надо? Вас услышал ребята. Да вы исчезли. Я сейчас задавлю вас. Вы все еще там? Черт, они исчезли. Я чувака задавил. Морская фигура на месте. Замри. Что за фигура у вас такая интересная? Я просто подожду, пока вы уйдете. Я буду вас игнорировать. Это хоррор-игра. Ладно, ребят, это, конечно, все очень страшно. Надо быстренько проникать. Проникать, сортир ломать. Ай! Сломал. Запрос выполнен. Итак, ребята, если у вас есть идиотские заказы, противозаконные, то, милости прошу, обращайтесь. Потому что именно я их и буду выполнять. Стоп. Я с руками. Неподозрительный. Найн! Скорее бежим. Надо вне зоны доступа оказаться. Вниз. Ох, какая горка прикольная. Все, 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 они не видят, они не шарят. Забирайся. Не может он меня увидеть. Не может, не должен. Как он понял, что я в этой помойке сижу? Возможно, это единственная помойка, из которой воняло. Да блин, да что вы здесь стоите? Что вы тут стоите? Все, наконец-то. Уезжайте, женщина, тут призраки. Хорошо, план таков. Мы должны сломать. И, по-моему, это очень простое задание, я его так долго выполняю. Скорей! А, черт, открыл нехорошо. Что это за ваза такая? О, это дорого. Это реликвия, возможно, это урны, в которой прах умершего. Но, как вы можете понять, во мне нету морали. Давай, мужчина! Увези меня! Задний ход! Кошмар какой-то. Забирайся. Как я мог пропустить? Так, видик, урна, телек. Черт, потом. Принтер, о, это же интересная штука. Чертов, я знаю, что надо сделать. А, забор, нет. Нет, да какого гребаного дьявола? Я знаю, что надо сделать. Надо машину уже открыть. Да чтоб тебя, чертов принтер. Я не могу выйти, иначе меня снова уничтожат. Нужно что-то придумать. Неужели это конец великого вора Евгения? Куда я могу попасть? Как в этой сраной игре, блин, сбежать полицейских? Я не понимаю. Написано, купите подсказки, чтобы упростить задачу. Честно, можно купить подсказки, чтобы узнать, где в этом доме клад, да, секретный, где там ключ какой-нибудь. Это имеется в виду. Ну, даже если так, то я бы не уважал себя, читая я подсказки. Я должен до всего сам догадываться. Это долгий процесс. Я знаю, и вы знаете. Вы все видели этот процесс. Выход заблокирован. Интересно, чем? Неужели эти цветочки мне мешают? Гробы, как ты меня злишь. Можно позвонить. Можно отвлечь таким образом. Прекрасная мысль. Человек идет. Стоп, меня здесь нет. И не подозрительный. Видишь, руки. Вот ручки пустые. Оп! Давай. Все, поехал. Гони. Полицейский едет. А, нет. Окей, раз уж я дома, давайте все-таки посмотрим подсказки. Уязвимости в безопасности дома. Купить за 30 баксов. Вот он еду, я совсем не подозрительный. Итак, уязвимости дома. В спальне лежит запасной ключ от входной двери. Спасибо, блин. Как попасть туда?
человек. В этом доме человек? Он всегда там был? Все это время там был человек? Ты кто такой? Звонок. Подойдите к двери. Оказывается, все время там был человек. Ты знал, что там кто-то живет? А, нет, они пришли. Они только что пришли, потому что уже вечер. Я ковыряюсь целый день с этим простейшим заданием. Даже подсказки мне не помогли. И вот за что я отдал гребаные $30? За что? Я бы лучше ремонт машины сделал. Вы только вдумайтесь, какой мне нафиг смысл информации вот этой вот, что ключи находятся вот там, вот в спальне. Если я не могу попасть в спальню, какой, блин, смысл? Вышел? Она вышла. А это что за тостер? Старый тостер. Вас услышал арендатор. Получается, звонок — это меня услышал арендатор. Блин, а я думал, можно отвлечь как-то. Какая-нибудь механика интересная. Ой, женщина. Зайти за ней. Открой. Я сказал, открой. Ладно. У меня есть идея. Я знаю, как нужно действовать. Действуем по старинке. Надеюсь, хозяин не в туалете, потому что я пришел его сломать. Ха-ха-ха! Пугаю их всех, чтобы они даже не думали сдавать меня полиции. А, какой коварный я! Домой. Ух! Мы сделали это наконец-то. Какой сюжет дальше? Винни, для этой работки тебе надо уметь лазать по стенам, как Человек-паук. Сейчас? Так, дело взято, сломайте туалет. Хорошо, я взял. Еще один туалет ломать? Сколько туалетов вы хотите, чтобы я сломал? Вы хотите, чтобы я оставил весь город без туалета? Вы хотите, чтобы этот город оказался в дерьме? Такое ощущение, как будто я работаю на Джокера. Потому что ему могла бы прийти в голову такая идея. Да, мы это все сделаем, но в следующий раз. Берегись туалет, потому что я иду за тобой. И если вы, дорогие друзья, увидите у себя дома сломанный туалет, то знайте, что здесь поработал великий вор Евгений. Что ж, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то обязательно шлепните гребаный лайк. Вот прям вот возьмите, так бац, поставьте. И я такой, ох, энергия получена. И буду дальше делать для вас видосы. Вот только так. Это все, это договор. Идет? Идет. Хорошо, пожалуй, руку. Также подписывайтесь на мои соцсети, все будет в описании под видео. Не забывайте про... Если вы, конечно, не знаете про это еще, возможно, вы уже знаете. Я открыл с Максом новый канал, BFF называется. Там уже вышло видео первое и второе, и уже, возможно, третье. Поэтому заходите, подписывайтесь и поддерживайте нас с Максом, и меня поддерживайте, всех поддерживайте. С вами был Юджин, и всем пять!